В испанской Каталонии, похоже, не склонны к компромиссу и завтра намерены провести референдум. Официальный Мадрид считает плебисцит незаконным. Полиция уже заблокировала часть школ, где обустроили избирательные участки. Но каталонцы заявляют, голосование состоится. Из Барселоны подробнее Алексей Пшемыский. Каталонцы требуют референдум. Больше 10 тысяч сторонников независимости региона накануне собрались неподалеку от площади Каталонии в Барселоне. Люди держали флаги региона и выкрикивали: «Да независимости, нет тирании». Голосование должно состояться. У людей есть право сказать свое слово. Нельзя закрыть нам рты силой. Право голосовать – это основа демократии. Я не родился сепаратистом, просто я каталонец, а не испанец. И не могу жить в стране, где люди заявляют, что Испания едина, но всегда говорят о нас в третьем лице «они». Мы не они. Тем временем жители Барселоны заняли сотни школ по всему городу, где будут расположены избирательные участки. Многие принесли спальники и палатки, чтобы ночевать в спортзалах. А местные кастельеры делали традиционные башни – одно из любимых занятий каталонцев. Люди уверены, таким образом не дадут полиции заблокировать голосование. Мы пришли сюда, чтобы не позволить закрыть школы. Будем сидеть здесь до истечения завтрашнего дня. У нас есть право голосовать, и мы с радостью защитим его. И детям весело. Но вот официальному Мадриду, похоже, не до веселья. В Барселону уже прибыли более 10 тысяч испанских полицейских, в том числе и отряды спецназа. Сегодня утром конвои с правоохранителями один за другим выезжали из городского порта в Барселоне. По словам правоохранителей, 1300 из 2500 избирательных участков по всему региону уже под контролем полицейских и голосовать там не дадут. Тем временем в столице Испании накануне прошел митинг противников независимости Каталонии. Более 70% испанцев за пределами региона выступают против отделения каталонцев. Мы за единую Испанию и будем защищать нашу страну. Мы против независимости и сепаратизма. Пусть им будет стыдно за то, что они творят в Каталонии. Это очень грустно. Небольшой митинг противников независимости прошел и в Барселоне. Несколько сотен человек вышли на площадь перед зданием правительства региона. Они выкрикивали: «В тюрьму сепаратистов! Каталония – это Испания!» Не обошлось и без стычек со сторонниками референдума. Однако полиция быстро вмешалась. Избирательные участки здесь, в Барселоне, как и в других городах региона, должны открыться завтра в 9 утра. Испанская полиция обещает этого не допустить. Тем временем многие сомневаются в том, что даже если люди все же проголосуют, их голоса удастся подсчитать. Ведь сегодня правоохранители заблокировали главные инфоцентры региона, куда должны были отправлять результаты голосования. Все ждут завтрашнего дня. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал «Интер».